Итак, дамы и господа, всех приветствую на своем канале. Звук будет немного пропадать, потому что я играю через динамики, а не через наушники. У меня пока с наушниками траблы. Поэтому звук будет периодически пропадать. Если его только погромче сделать. Вот, у нас сегодня Dune 2000, но у нас созданные мною миссии, мы играем за новый дом, который называется Контрабанда. В общем, Smugglers в переводе как. На дюнистский язык. Итак, миссия у нас такая, кат-сцена, то есть вырезанная сцена 1, и всего 2 будет. Нам нужно продержаться 20 минут, у нас 2 ветряка, немного стенок и один ракетчик. Сейчас будем пробовать, что я там насоздавал. Так как я Дюну уже не играл, наверное, месяца 3, контента я записал за неделю, где-то месяца 4 назад. И потихонечку по одному видео, там по 2 выкладываю вам. То есть на будущее себе немного сделал такую штуку. Так, плохо дело. Но я вроде бы здесь все подрассчитывал. Поэтому должно хватить юнитов. Так, отлично. Против нас, я как понимаю, Харконнены играют. Беспощадно напад... Опа, Император пришел. Наверное, сильно гром. Опа, привезли легкую технику. Значит, будем сейчас считать, решать пацанов. Вот трайки надо поберечь, конечно же. Так, а сколько времени прошло, интересно? Ну, я имею в виду 10 минут в игре, и оно чуть-чуть по-другому. Не, ну жестко. Так, я чуть-чуть потише сделаю все-таки, потому что в микрофон это тоже будет писаться. И мне надо разговаривать, очень громко будет. А это не очень удобно. Ах ты, паразит. Они идут без конца и идут. Так, император пришел. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сардукары пошли. Ремонтируемся, у нас 3000. Да блин, там один ракетчик стоит, мешается. Привезите еще подкрепу. Фу, еле-еле отбился. Это что такое было? Чуть не потерял здание. Это еще с учетом грамотной расстановки юнитов. У меня так относительно хреновенько вышло дело. Вот это зря, наверное, сделал. Вот там императора привозят еще. О, у них легкая техника пошла. Вот это уже хреновенько. Походу мы с вами не пройдем мою первую миссию. Так, ну попробовать можно, конечно, рискнуть. Сил-то должно боевой мощи хватить. Хотя Харконнены, конечно, явно преимущество. Император в основном агрится. Харконнены чисто на дефе, на защите стоят. Ну, на такой, на подмоге как бы. А вот
Вот император давит жестко. Смотри, что делает. О, меня еще сожрали. Так, ну это все, походу, наигрались. Да блин, сколько-то времени прошло. О, это вот хорошо. Давай, давай, давай. Так, уходите отсюда, баклажаны. Ну, когда-то миссия закончится-то уже. А, жестко. Вот если... Е, бой!